Проект «Читай быстро» представляет подборку «Молнию» — 14 полезных книг о здоровье и правильном питании. Всего 2 минуты, и ты знаком с каждой. Колокольчик, подписка, поехали! Майкл Мосс. «Соль, сахар и жир. Как пищевые гиганты посадили нас на иглу». Писатель объясняет, как соль, сахар и жиры влияют на пищеварительную систему человека. Объясняет, почему важно следить за этими показателями. Дэвид Рэндалл. «Наука сна. Экскурсия в самую загадочную сферу жизни человека». Во сне человек проводит около трети собственной жизни. От качества сна зависит самочувствие, настроение, уровень работоспособности. Сфера, которой так много отведено в жизни каждого индивидуума, исследована меньше, чем история человечества. Колин и Томас Кэмпбелл. Китайское исследование. Результаты самого масштабного исследования связи питания и здоровья. В книге приводится прямая взаимосвязь между продуктами и болезнями, которые они провоцируют. Выводы сделаны на основе показателей смертности в Китае. Джулия Эндерс. «Очаровательный кишечник». Писательница поднимает скользкие темы, такие как правила посещения туалета, причины тошноты, запаха изо рта и другие. Джулия рассказывает о строении кишечника, объясняет, почему у некоторых людей возникает непереносимость лактозы. Дэвид Перлмуттер. «Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью?» Дэвид Перлмуттер – невролог и специалист по питанию, за годы работы выделил прямую взаимосвязь между вредной пищей и мозговой активностью. Дэниел Левитин. «Счастливое старение». Исследования в области нейробиологии доказывают, что восприятие мира зависит от активности мозга. Автор излагает способы развития и сохранения умственных способностей в почтенном возрасте. Колин Кэмпбелл. «Полезная еда. Развенчание мифов о здоровом питании». Думая об излечении заболеваний, человек, вероятно, воображает лекарства. По мнению авторов, такое лекарство уже существует и называется «правильное питание». В видео уместилось 7 из 14 книг, еще минимум 7, а если мы проапдейтили статью, то значительно больше книг про здоровье и правильное питание ждет вас по ссылке в описании под этим видео. Читайте книги, становитесь самым здоровым, питайтесь правильно вместе с «Читай быстро» и, конечно же, слушайтесь маму.